Тиши родных лесов, среди густых ветвей, распелся как-то соловей. Восторженно ему внимали птицы. И надо же случиться, как назло, в тот самый ранний час сороку принесло из-за границы. Я счастлив, что могу послушать соловья. До глубины души взволнован пеньем я. Что тут хорошего? Ей-богу, неизвестно. Старо, неинтересно, пресно. Не правда ли? Простите, виноват. Прошу погромче. Я немного глуховат. Я говорю, неинтересно, несовременно, скучно, пресно. Ах, то ли дело за граница, как там поет любая птица, какие звуки издает. А это что за пение? Да уж какое тут сравнение. А разве кто-нибудь поет? Позволю я себе заметить вам, собрат, что по старинке вы поете. Так пели соловьи 100 лет тому назад. А вы, мой друг, вы в новый век живете. С кого же вы пример берете? Я научу вас петь. Ну что ж, я буду рад. Хоть на своем веку знавал нахалов я, но чтоб сорока петь учила соловья... Важно, что и как поешь, а дорог тот эффект, что ты произведешь.
это настоящая певица. Какая техника! Что значит «за граница»? Какой позор и стыд! Как петь она посмела! Ой, у меня бегут мурашки по спине! Такое слушать не по мне. Коль выступать она в концертах захотела, так лучше бы туда летела, где это пение в цене. Пусть в этой басне прозвучит урок для самых разных птиц, не только для сорок.